Я труслив, жесток, сентиментален и собой торгую много лет. Никаких сенсационных тайн у меня, по видимости, нет. Год от года вниз ползут тарифы. Нынче хлопочу за полцены. А мои метафоры и рифмы никому и даром не нужны. Голосить бы о прекрасной даме, да служить бы в рыцарских войсках, а не мордовать ее годами, обвиняя в крошечных грехах. Но тогда согласна ли сеньора в нищете до гроба, до гвоздя? Тут уж, выражаясь без декора, продаваться в принципе нельзя. И еще, признать не стыдно это, не детишек собственно стращать, алкаша, подонка и поэта очень даже можно совмещать. И по большей части шито-крыто, только б доставало терпежом. В общем, шестиструнное корыто я покуда все-таки держу. Лишь во имя самоочищения, вероятно, кое в чем мастак. Если что не так, прошу прощения. Хуже, если все опять не так.